Итак, «Динамо» прибежала в финишную черту. Футболисты пересекли в домашнем матче с омским «Иртышом». Победа со счетом 2-1 позволила примерить бронзовые медали турнира. По ходу поединка команда Сергея Шишкина могла вовсе остаться за бортом призовой тройки. Дело в том, что для попадания туда нужна была только победа. Барнаульцы сами себе усложнили задачу. В начале второго тайма пропустили гол. Чудо все же случилось. Усилиями Липина и Худякова Омск был повержен. Третье место – это все же не тот результат, на который рассчитывали болельщики, футболисты и президент клуба Виктор Сигарев. Для последнего этот матч стал заключительным в карьере руководителя клуба. Как мы сообщали ранее, Виктор Владимирович возглавил один из рынков краевой столицы. В результате в команде «Динамо» объявляется замена. Пост руководителя займет Алексей Минин. Тот самый, о котором Сигарев вечно говорил, что именно Алексей Алексеевич отвечает за стадион, а сам Сигарев за клуб. О новом президенте известно немного. Лишь то, что он заместитель председателя Алтайского краевого совета общества «Динамо». Полковник. Так что дождались болельщики перемен. Правда, по нашей информации, на этом перемены не закончились. Тренерский штаб, скорее всего, продолжит работу в Барнауле. На этом у меня все. Эти 2 с небольшим минуты вы провели вместе со мной, Станиславом Сергеевым.